Но оно очень умеет раздуваться. То есть те моменты, когда мне надо сказать, что взять денег, или начать работать, или сказать, что я хочу денег, оно так раздувается, и сразу же становится и на плечи, и на все такое вот, и прям... Хорошо. Оно защищает словно от нападок, от схватки. То есть все было хорошо, а тут происходит что-то непонятное. Скажи, чего не хватает этой девочке маленькой там и тогда? Какого чувства? Ей не хватает понимания того, что она все это сейчас проходит, чтобы выйти на новую, как бы, в другую жизнь. Что это не конец, а начало. Сегодня ты вернулась к ней, к этой девочке. Для того, чтобы помочь ей. Помочь ей перейти на этот новый уровень, понять то, что это не конец, это наоборот начало чего-то нового, светлого. И твоя задача сейчас, чтобы ей стало хорошо, стало приятно. Даже если страшно, то ты все. Да, страшно, но я смело, я иду дальше, я пробиваю. Потому что только ты сама определяешь, достойна ты этого сейчас или недостойна. Не кто-то другой, а только ты. Ты сама. Автор и режиссер всего, что с тобой происходит. А что, ой, меня сейчас как-то осудят, если я это возьму, это не мое. Лучше не буду это хотеть. Осудят. Ага. Где это чувство в теле? Ругают. Ругают. Где это чувство в теле? Ну вот, что я в этом чувствовала себя как говно. Как говно в болоте? Да. Ну, вообще, да, особенно среди нормальных людей. Как себя чувствуешь сейчас? Воодушевленно. Я прям чувствую, как у меня сразу же появляется такой шторм. Я его выпускаю и держу человека прям вот на этом. Через год как ты себя там чувствуешь с этим новым ощущением, с этого? Как рыба в воде просто. Опять открываешь глаза, полностью возвращаешься. Да уж, мощно.